Прежде всего я хочу поблагодарить организаторов форума за приглашение в качестве экспертов по этой сессии. Сказать, естественно, хотелось бы многое, но ограничено во времени. Что касательно непосредственно выступления наших докладчиков. Конечно, все было сказано верно. Безусловно, верно. И безусловно, есть в нашем законодательстве множество пробелов, которые на сегодняшний день нужно устранять. Устранять мы можем их только, осуществляя такие вот форумы, обсуждая их. И самое немаловажное, это донести нашему законодателю об этих проблемах, ну и, естественно, получить результат желаемый. То есть исправить те ошибки, те непонятности, которые присутствуют в действующем законодательстве. Что касается моего мнения, конечно, у меня есть свое мнение по поводу вопросов, потому что сколько юристов, столько и мнений. Касательно вопросов фиксации процесса непосредственно, презумпции невиновности, но мы, исходя из принципов законности, не только должны руководствоваться этими принципами, которые нам определены законодательством, а еще и здравым смыслом. То есть, если где-то законодатель не поставил запятую, утрированно говорю, мы же не должны эту запятую внедрять в наших решениях. Но говорить не буду. Почему? Потому что не хочу в будущем себя поставить неловкое положение. Ну, то есть, я свои все мнения выскажу в судебных решениях. Чтобы потом не сказали, что, а вот вы там выступали и сказали так. Поэтому, поскольку время у нас мало, я буду заканчивать свое выступление. Спасибо большое за внимание. Хороших всех выходных.